Александр Емельяненко, сейчас Карачаево, Черкесии. Ты из Нальчика, если не ошибаюсь. Я с Нальчика. Вот. Не думал о том, чтобы провести совместные сборы с ним. А он на сборах сейчас? Он на сборах, Карачаево. На сборах я могу даже. Он у моих братьев, я видел. Он у моих братьев, у Рустама Хасанова, профбойца. Они там, походу, он на сборах. Я без проблем, с радостью поеду туда. И буду тренироваться с Емельяненко. То есть ты сам будешь туда стремиться или они должны тебе в первую очередь позвонить? Не, я позвоню сам, это мои братья, еще раз повторю, там спрошу, что, как, к чему. Если он там на сборах, я с большой радостью поеду туда. Как ты думаешь, он сильно изменится после этих сборов Карачаево-Черкесии? Ну, я думаю, если он возьмется за голову и уберет спиртное из своей жизни и начнет нормально тренироваться, у него еще есть будущее. Он хороший мужик, хороший боец. И я вырос на его боях, и мне было бы за честь потренироваться с ним, побыть на сборах. Огромное количество российских бойцов заинтересованы в нем, как в денежном объекте. Ну, тебя такие мысли возникали вообще когда-либо? Нет, не возникало. Сам я никогда ему не смогу кинуть вызов, потому что он уже стар для меня, он мне в отцы годится, как я буду драться с ветераном ММА. Это я еще раз повторюсь, на его боях вырос, и у меня не было, я не преследую такую цель ради денег подраться с ветераном ММА. Мне лучше будет за честь потренироваться с ним, набраться опыта у него. Ну, так или иначе, ты любишь деньги, ты это не скрываешь, я деньги люблю, но не таким способом драться с ветеранами и уже отвоевавшими свое. Я лучше подерусь с какой-нибудь добычей своего возраста.